сердечко. И так каждый вечер в онлайне любовь. Ла-ла-ла-ла, love online. Подари мне любовь. Ла-ла-ла-ла, love online. Подари мне любовь. Ла-ла-ла-ла, love online. Ла-ла-ла-ла, love online. Ла-ла-ла-ла, love online. Подари мне любовь. Ну, а если они сейчас встретятся и она умрет? До того, как мы успеем с ней поговорить. Не умрет до полнолуния. Покалечится, может быть, правда, но не умрет. Ничего не случится. А полнолуние через 3 дня. Я думаю, за 3 дня ваш американец успеет денежки перечислить из Америки. И вы их получите. И сюда придете, и мы все вопросы решим. Я уже так получала денежки. Но это же очень много. Много, немного, но времени у вас... Точно немного. И вообще вы у меня сегодня уже все утро отняли. Так, давайте, уматывайте. У вас есть 3 дня. Вперед. Happy to be here. Our friend Max, the one we were talking to on the phone. He got stuck at the airport, but he will come here soon. Okay. That's chill. Come in. Sit down. Okay. Thank you. Oh, hi. This is Nick. He's my friend. He's filming YouTube videos. Hi. Hi. Do you wanna shoot some TikToks? Yeah. Do you know this trend where you go like this? Oh, this one? Yeah. Yeah, let's do it. Yeah, let's film that. Mm-hmm. Yeah. But I'm gonna go to the bathroom first. Okay, the door. Mm-hmm. Thank you. Do you like it here? Yeah, your house is so nice. Thank you. And I'm actually shocked, like, I didn't expect for us to come and how everything made it out to be, but, yeah. You have a good accent, actually. Thank you. I've been learning English for, like, 10 years in now. School? Yes, in school, and, yeah, I always knew that I would need it for something. Yeah, that's good. Oh, there's my sister, she's back. We were just talking to Jordan. That's it. Let's go. Yeah. Алло. Карина, привет. Ты меня не знаешь, я подруга Саши, Лиза. Я не могу ей дозвониться, но мне очень срочно нужно с ней поговорить. Лиз, я в роуминге, это очень дорого. Что-то срочное? Карин, деньги сейчас не важны. Пожалуйста, просто дай нам трубку, и мы все вернем и соберем. Хорошо, сейчас пойду позову ее. Саш, тут с тобой из России хотят срочно поговорить. Мама? Саша, это Лиза. Пожалуйста, не бросай трубку и выслушай меня. Тебе угрожает смертельная опасность. Что? Саша, прости нас заранее, пожалуйста. Мы просто очень сильно хотели тебе помочь. Знаешь, что мы тебя очень любим, и только поэтому пошли к этой тетке. Какой тетке? Ну, к этой гадалке. Мы хотели, чтобы ты встретила своего принца. Ты ведь так его любишь. Я ничего не понимаю. Так затупили, я даже не знаю, что сейчас делать. Да, объясни ты нормально. Мы пошли к колдуне, чтобы приворожить к тебе Джордана. Она сказала нам, какой ритуал нужно сделать. Мы пошли на кладбище и сжигали там ваши фотографии.
прости нас, мы правда хотели тебе помочь. Поля отдала все деньги с дня рождения вместо наушников. Мы правда старались и хотели сделать все как лучше. И что дальше? Твой пов. Мы поняли, что через него действует магия, да я думаю, ты сама заметила что-то странное. Просто не знала, что это было наше колдовство. О боже. Но понимаешь, что такое дело? Мы, когда делали ритуал, мы перепутали свечки. И когда начали с тобой происходить эти несчастные случаи, мы очень испугались. Да, и когда мы увидели, что ты чуть не разбилась в самолете, мы сразу побежали к колдуне. И что она? Она сказала, что я во всем виновата и прокляла тебя черной свечкой. И что делать дальше? Саша, она сказала, что у нас всего 3 дня до полнолуния, и что до полнолуния ты не умрешь. Что? Умру? Саш, прости нас, мы не знаем, что делать. Она сказала, продавайте квартиры, ищите деньги, а потом сказала просить у американца, которого мы приворожили. Да, или она сказала, что можно убить того американца, и проклятие пройдет. Вы что, с ума сошли? Нет, Саш, я просто передаю тебе ее слова. И сколько денег она просит? 1 000 000. О, боже. Саша, что с тобой? Алло, алло, Саша. Саш, что случилось? Саш, Сашенька, что случилось? Сашенька, дорогая, как, что с тобой? Ой, ёшечки, Я слышала голос Карины. Видимо, Карина отключила телефон. Они там ей очень громко кричали, типа, Саша, что с тобой? Что-то случилось с ней, я слышала грохот, как будто она упала. Да, мне, если честно, уже очень страшно. Но тетка сказала, что ей ничего не угрожает до полнолуния. Да, но она также сказала, что может она не умрет, а может просто покалечится. Что мы натворили? Успокойся, пусть пройдет 2 минуты, и мы сразу наберем Карину. Боже, бедная Сашка. Нет, я не могу просто сидеть и ждать, давай им позвоним. Да, давай. Алло, что вам надо? Алло, Карина, что случилось? Это я тебя спрашиваю, что случилось? Что ты ей такого о, сказала, боже, что она в обморок прости, упала? Прости, я не знала, я просто услышала грохот, и связь сразу прервалась. Подожди, а как, она не покалечилась? Блин, опять сбросили. Я сойду с ума, пока не пойму, что она в порядке. Она упала с лестницы, как она может быть в порядке? И что нам сейчас делать? Не знаю, может поговорить с тетей Таней? И что мы ей скажем? Простите, мы прокляли вашу дочь, и теперь нам нужен 1 000 000, чтобы снять это проклятие? Да, она нас прибьет. Да, вот и я о том же. Talking to my friends and they told me some weird stuff and I think I fainted. What did they say to you? Well, I'll have to start from the very beginning. I've been writing a Pope story about you for a few months now. Oh my god, really? Yeah, I love your videos so much. You inspire me. Thank you, it means a lot. So yeah, they knew about everything and as I understood, as they told me, they found some witch to try and help me get your attention and meet you. What? A witch? What are you talking about? I'm not joking, that's what they told me. This can't be true. Уже вечер, поздно, от Саши ни смс, ни слова, ничего. Она вообще не отвечает, и Карина тоже на связь не выходила. Может, все-таки пойдем к этой тетке? Я готова быть ее слугой. Ловить лягушек, крыс, на кладбище ходить. Что они там еще делают? Фу, бег, крысы, это жесть. Серьезно, я уже на все готова, чтобы исправить мою ошибку. Не думаю, что она захочет. Да я готова во всем ей помогать. Убирать, стирать, пылесосить, в магазин ходить. Может, она как-то в долг сделает. Не знаю. СМС-ка. Я в порядке, к тетке ни в коем случае больше не ходите, приеду, все объясню. Слава богу, она в порядке. Ура! Интересно, как она это решила? Не знаю, может быть, у этих тиктокеров есть свой какой-то маг американский, он еще круче, чем наш? Да, прикинь, если все их хейтеры по колдунам ходят.
Я даже об этом не подумала. Раз она сказала, что у нее все хорошо, значит так и есть. Хватит вмешиваться, мы и так уже делов натворили. Ну да, разберутся без нас. А ты не думаешь, что они могли грохнуть американца? Нет, ты что? Саша бы никогда бы такого не сделала. Да, я знаю, просто голова кругом и мысли какие-то глупые лезут. Ладно, идем. Сегодня был тяжелый день, нужно отдохнуть. Да, давай. Yes, it is. They told me everything. They told me that they found some kind of witch, and everything that I started to write in my post story started to happen in real life. That's why I'm here right now. No, stop laughing. I'm serious. Magic doesn't exist. If we were meant to meet, we would have met one way or another. No, this is definitely magic. Stuff like this just doesn't happen in real life. When I wrote in my post story that you got a new car in real life. Same as when you flew somewhere to get out of Los Angeles, and when you liked my video. I wrote all of that in my POV, that's why it happened. And they also told me that I got cursed and I might die now if I don't find money to pay the witch that did all of this. Sasha, listen to me. There are just a bunch of coincidences that happen in life. No, I need to go find the money right now, they said. Come on, all of the stuff you heard right now isn't true. I believe that we were supposed to meet. Of course, I believe in that too. So if you're here right now, that means it's fate. This was all meant to be. It's not because of some witch. I want to trust you, but I'm scared it could all be true. No, it's not. If you really want something and your intentions are pure, it always happens. Trust me. Thank you so much, Jordan. You have no idea how much this means to me. Сердце.